Привет, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами телефон Huawei P20 Pro, и в данном видеоролике мы поменяем язык на данном устройстве. Для этого нам нужно перейти в настройки. В настройках пролистываем ниже, еще ниже, практически в самый низ, до пункта «Система и обновления». Здесь язык и ввод, язык и регион. Выбираем язык, который мы бы хотели себе установить. Давайте я себе поставлю английский. Нажимаем «Добавить». Выбираем из языков язык, который нас интересует. Нажимаем «Изменить». Теперь, как видите, у нас есть здесь несколько языков. Мы можем за вот этот ползунок тягать наши языки вверх и вниз. Язык, который будет стоять здесь первым, будет, соответственно, основным на телефоне. Давайте оставим английский. На этом все. Спасибо, что смотрели данный видеоролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!